Чтобы достичь своей цели, нужны действия. Но не все действия ведут к успеху. Ваши действия должны быть активные, планомерные и эффективные. Именно тогда они приведут к нужному вам результату. Действуйте активно, тогда вы не потеряете инерцию. Известно, что в самом начале сложнее всего раскачаться. Первые шаги самые трудные. Если вы начинаете что-то делать, потом снижаете темп, то вам снова нужно будет тратить эти же силы для того, чтобы выйти на нужную скорость. Двигайтесь, не останавливаясь. Сохраняйте концентрацию. И вы очень быстро увидите, что все вокруг начинает складываться. Что ваши активные действия вам дают новый приток энергии. Действуйте планомерно. Хаотичное метание без плана лишь вымотает вас, но к цели не приблизит. Продумайте заранее, что конкретно вам нужно сделать, какие действия вам нужно предпринять. Придерживайтесь этих шагов, корректируйте их, если это необходимо. У вас обязательно должен быть план действия, причем этот план должен быть гибким. Ваша задача – потратить как можно меньше сил, времени и энергии и получить как можно больше результат. Иначе, как говорят, овчинка выделки не стоит. Часто мы действуем по привычке, а это не самый лучший вариант. Потому что если бы раньше ваши действия были эффективными, то вы уже бы имели то, что хотели. Если вы хотите получить новый результат, то и действовать нужно по-другому. Для этого развивайте гибкость мышления, научитесь находить несколько вариантов и выбирайте самый эффективный. Итак, пора начать действовать. Активно, планомерно и эффективно. Начните с составления плана. Занимайтесь саморазвитием и повышайте свою эффективность. Держите темп. Осуществление вашей мечты гораздо ближе и реальнее, чем вы можете себе представить.